Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня мы в разделе «Назад на рыбалку в СССР. Это ностальгия». И сегодня мы поговорим о такой вот блеснее вертушке. Я показывал «Сатурн-5», это «Сатурн-4». Давайте рассмотрим ее поближе. Вот такой вот коробочке она. Здесь тоже был поролон, он высохся, я его выкинул. Начал липнуть. Здесь логотип завода «Сатурн», блеснолетний «Сатурн-4». Цена 1 рубль. Давайте ее посмотрим. Здесь тоже на самом лепестке логотип «Сатурн». Это цвет мед, наверное, латунь, не магнитит. Здесь такая мушечка сделана на тройничке. Ну, давайте ее в длину. Лепесток 3 сантиметра. Смотрите, такая неплохая фурнитура. Вертлюжок. И вес. Вес этой блесны небольшой. И вес 6,5. И давайте, как всегда, проверим ее игру в ванной. Запускается. Посмотрите. Хорошо идет, кстати, достаточно. Смотрите. Лепесточек работает. Вот такая вот блесна вертушка с мушкой Сатурн 4. Цена 1 рубль. Завод Сатурн. Ну а вы, как всегда, напишите в комментариях, у кого была такая блесна летняя вертушка Сатурн 4, цена 1 рубль. Завода Сатурн. Я кто что на нее ловил, вроде запускает. А на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока.